Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня мы начнем свой побег с новой карты под названием Blackstone Esali. Ну или как-то так, в общем, ссылка будет в описании, так что если вам понравится эта карта, то вы можете перейти по ссылке в описании и скачать ее. Но наш день, как всегда, начинается с переклички, и сразу же можно заметить то, что эта карта, походу, очень сложная, и даже некоторые заключенные к нам очень плохо относятся. Например, Ваня с челленджем, по-моему, на грани того, чтобы нас избить, так что да, надо будет их опасаться. И у нас в 9 часов утра завтрак. Отлично, давайте тогда возьмем поднос с едой. И, наверное, давайте сразу же возьмем ножей, потому что я думаю, нам придется выбираться через вентиляцию. Да, как всегда, с первой серии начнем пытаться выбраться с этой тюрьмы. И надеюсь, нам серьезно понадобится вентиляция. И надеюсь, с этой тюрьмы можно будет сбежать через вентиляцию. И тогда будет просто все офигенно. Так, о, на этой карте мы даже где-то работаем. Работаем мы с садовником, отлично. Тогда мы сейчас побежим на улицу и будем в то же время оглядываться. Так, здесь у нас есть металл-шоп. Ну, я думаю, если мы будем выбираться через вентиляцию, то нам не понадобится металл с деревом. Так, ну окей, ну теперь мы будем знать, что металл-шоп у нас вот здесь вот. Но давайте все-таки приступим к выполнению нашей работы. Работаем мы с садовником, и нам надо искать какие-нибудь сорняки. Вот, например, как этот. Что у нас? Прошло уже достаточно много времени, мы выполнили всего лишь половину работы. Так что если мы вовремя не выполним эту работу, нас могут быстренько уволить. Но эти сорняки, как назло, просто перестали спавниться. Серьезно. Их просто нету. Походу, ребят, мы сейчас завалим работу. Так, нет, у нас еще есть целый час. Так что давай, пожалуйста, найдись. Что-то странно, ничего не находится. Я даже не знаю, здесь еще есть где-нибудь, где могут расти сорняки. Да, вот здесь вот, например. Отлично. И, по идее, нам надо убрать еще сорняка 2. Так, вот здесь заново заспаунился. Все, осталось найти последний сорняк. Давайте вернемся назад. Все. Наконец-то мы выполнили свою работу. Теперь у нас целых 35 баксов. Не так уж много. Да, ничего мы у заключенных купить не сможем, потому что они ко мне очень плохо относятся. Но, раз так, давайте пойдем, наверное... Нет, теперь мы пойдем на перекличку. А тогда после полуденной переклички пойдем, наверное, и будем обыскивать камеры заключенных, чтобы наворовать грибней и подружиться, например, с Ромой. Кстати, где он ходит? Вот он. Вообще никто ко мне хорошо не относится. Все на уровне где-то 30 и даже ниже. Так, нам, наверное, стоит взять задание и попробовать их выполнить, потому что деньги нам понадобятся, конечно же. Так, ладно, забьем пока на задание, а пойдем лучше... Ой, да ладно, меня челлендж просто так напал. Блин, вот этого я и боялся. То, что зэки на меня будет просто так нападать. Ладно, тогда нам придется, наверное, со всеми дружиться. То есть сейчас мы будем обыскивать камеры, воровать гребни и будем их всем дарить. Так, блин, я просто гребни не смогу вынести отсюда, потому что здесь у нас стоят металлоискатели. Окей, значит, мне придется гребни затачивать уже за пределами этой камеры. Так, что-то здесь офицеров много. Ну ладно. Надеюсь, они меня не спалят. Так, уже есть у нас практически 4 гребня. Так, сейчас спалят. Или карту заберу еще. Нет, блин, все-таки спалили. Ладно, 4 гребня нам пока что хватит. Давайте их заточим и будем искать, кому их подарить. Вот, например, флукжики, капец, как плохо к нам относятся. В общем, подарим хотя бы 2 гребня, подарим ему. И давайте, например, подарим 1 гребень Аси и 1 гребень Шмальцу. Все, отлично. Теперь у нас осталось еще парочку камер. Это 3 камеры. Так, да. Так, это у нас флаг GK. Так. Ух ты, мы сразу сейчас 2 задания выполним. Нифига себе, нам повезло. Так, еще карта для Crazy Mega Hello. Классно. 70 баксов у нас. Так, забираем часы. Часы обязательно надо забрать. И гребень забираем. Здесь у нас челлендж. Челлендж, наверное, часы подарю. Все, теперь еще обыщем 2 камеры. Кстати, мы, по-моему, запрещенных предметов вообще еще не находили. Так что, надеюсь, сейчас нам с Ваней повезет. Так, и у Вани... 2 провода, нет, провод один нам понадобится, скорее всего, чтобы скрафтить крюк для навеса переправы. А вот второй провод, наверное, брать не буду, чтобы просто так место не занимать. Что у нас? В итоге у нас есть 3 гребня. Так, здесь у нас, слава богу, металлоискателя нету. Так что мы сейчас эти гребни затачиваем и ищем Рому. Вот он. Держи, Рома, 3 гребня целых. Так, ну и все, теперь мы можем, наверное, взять еще задание. Даже можно их не читать пока что. Просто сейчас все возьмем. Все. Взяли максимум заданий. Дэн Шмальц хочет, чтобы мы его отвлекли во время упражнений. Руслан хочет, чтобы мы избили флаг Жикея.
отобрать предмет лекарства у Ивангая. Так, офицеров я не буду избивать. И отвлечь Ивангая на ужине. Отлично. Ну, давайте устроим драку здесь небольшую. Получили свои 20 баксов. Вау, 80 баксов, блин. Мы уже можем что-нибудь такое стоящее купить. Мне кажется, после ужина у нас будет тренировка. И на тренировке мне надо будет отвлечь Дэна Шмальца. Да, у нас оказывается тренировка. Так, что мы... О, здесь сразу же драка, капец, так же Кейс сбили. О, это очень плохо, мы не сможем тогда выполнить это задание. Ну окей, тогда начнем качаться. Слава богу, здесь у нас есть груша. Мне намного удобнее качаться на груше, чем качаться на отжиманиях. Потому что, когда я качаюсь на груше, мне надо нажимать всего лишь одну клавишу. И вы это практически не слышите, это просто очень классно. Я так могу быстро прокачаться. Ну, конечно же, за один день мы сильно так не прокачаемся. Будем так немного поддерживать форму. Сейчас у нас всего лишь 34. Покупать вещи, я не знаю, надо ли. Потому что все равно у нас при входе в нашу камеру стоят металлоискатели. Так что если я запрещенным предметом туда зайду, меня сразу же спалят и убьют. Но смотрите, например, у флагжике есть клейкая лента. А скотч нам всегда нужен. Ну, давайте, наверное, купим в флагжике этот скотч. И надеюсь, я как-нибудь его смогу пронести к себе в камеру. Да, и меня не забьют. Челлендж хочу, чтобы мы достали ему клей. Но, блин, клей нам самим нужен, потому что мы будем сегодня ночью пытаться сломать вентиляцию. Ну как, мы ее, конечно же, не сломаем, мы оставим там 4%. Да, а потом, когда уже найдем два клея и две туалетные бумаги, скрафтим фейковую решетку и уже тогда попробуем залезть в вентиляцию. Так, у нас в душе драка. Вау, у Васи файл. Файл мне нужен. В общем, своруем файл. И немножко побегаем от офицеров. Так. А металлоискатель, где моя камера? Мой столик, вот он. Господи, блин. У нас в камере, оказывается, нет туалета. Я не могу запрещенные предметы просто так поставить. Ну, вау, слава богу, я спрятался. Теперь у меня целых... Ну, да, у меня много подозреваемых, целых 95. И вентиляция у нас находится вот здесь вот. Так, отлично, поставили столик. Теперь возьмем один нож. И начнем ломать вентиляцию. Наверное, ночью надо будет повешать сюда вот покрывало, чтобы нас никто не заметил. Так, наверное, зря я сейчас начал ломать. Хотя, ладно. Поломаю сейчас. 20% целых сломал, вау. Хоть бы меня сейчас офицеры не спалили. Не, слава богу, они здесь не ходят вроде бы. Одну вилку сломали, теперь у нас подозреваемость упала. И мы теперь можем выйти хотя бы из своей камеры. Так, у Аси есть здание, отвлечь его во время упражнений. Отлично. Еще завтра немного поднимем денежек. Так, хотя сейчас у нас 42 бакса целых. Можно будет попробовать еще что-нибудь купить. Например, если мы сейчас найдем еще один файл, то мы сможем скрафтить хлипкие кусачки. Да, с помощью хлипких кусачек мы сможем все-таки выбить эту решетку. Но что-то пока я ни одного продавца не вижу. А вот, например, Crazy Mega Hell. Руслан, ну-ка. Ты продаешь клей, но покупать клей за 30 баксов я что-то не хочу. Нет, пожалуй, я его просто так найду потом. Надеюсь, что мне повезет. И два, по идее, же продавца. Второго, к сожалению, нету. Блин, остается всего лишь час. А, тогда покачаем интеллект. Интеллект нам просто 100% понадобится. Вот сейчас мы только восстановили интеллект до 30%. И сейчас будем его качать. Ну и сейчас, я думаю, до начала переклички будем качать интеллект. Потому что интеллект нам 100% понадобится. Наверное, все-таки нам придется, нам 100% наверное придется улучшить кусачки, потому что с клипкими кусачками я ничего толком сломать-то не смогу, только одну решетку. Поэтому мы, наверное, будем крать себе легкие кусачки или даже лучше. Не знаю. Так, сейчас мы прокачали 42 интеллекта, и у нас 100% усталость. Надо было бы в душ ходить. Ну ладно, я думаю, за время переклички наша усталость немного сбросится. И тут у Васи есть один файл. Ну, блин, он стоит 52 бакса, мне не хватает немножко. И ничего подарить я Асе не могу. Так, кстати, сегодня нас не проверяют. Так, так что мы возьмем задание. Задание клёвое, завтра мы их просто выполним быстренько, еще денег поднимем. Ладно, сейчас мы ждем тогда окончания переклички. Бежим ко мне в камеру. Нет, стоп. Нам, наверное, прямо сейчас надо уйти. Потому что нам придется скрафтить еще куклу персонажа. Да, нам понадобится одна подушка, то есть две подушки, одна простыня. Все, есть чучело, и теперь мне надо достать еще одну простыню. Все, две простыни есть, теперь мы заходим в камеру, вешаем простыни.
Отлично. И чучело. Блин, не знаю, зачем я скрафтил чучело, но ладно. Все равно мы никуда сегодня лезть не собираемся. В принципе, можно поработать и этим файлом. Да, почему бы и нет? Только надо быть аккуратным и не сломать его случайно. О, блин, с этим файлом мы, конечно же, намного быстрее решетку сломаем, но мы уже устали. Так что надо прям чуть-чуть полежать. У этой решетки осталось буквально там 40%. Так что я думаю, 60% усталости нам хватит. Мы сейчас еще чуточку подождем. И все, давайте попробуем еще немножко поработать. Так, здесь осталось 42%. Файл, слава богу, ломает по целых 8%. Вау. Не сломать бы эту решетку случайно. Так, 24, 16. Так, последний удар файлом делаем. Файл, наверное, оставим здесь вот. И сделаем буквально один удар ножом. Все, то есть у этой решетки осталось прочности буквально один удар. Но ломать мы ее не будем. Сначала скрафтим, в общем, фейковую решетку, а уже потом залезем в эту вентиляцию и поищем чего-нибудь там интересного. Ну, в общем, если вам понравилась эта серия, то можете поставить лайк, позвать друзей. Ну, а меня зовут Дима, и всем пока.